И если вы сюда кликнули не по случайности, то вы думаете, то, что сегодня будет опять банальное прохождение карт от подписчиков. Давайте же приступим к прохождению. Я смотрю, над картой постарались очень хорошо, так как автор строил ее целых 3 дня. Ну, это для него крайне большой срок. Я думаю, за это нужно поставить лайк, за такую вот шикарную карту, которую я даже не начал проходить. Меньше слов, больше дела. Привет, добро пожаловать на мою карту. Меня зовут Максим. Карта называется «В поисках красного камня». Мой ник – стаканчик. Правило – не читерить, не ломать блоки, когда не нужно. На карте есть 8 уровней. В конце ты получишь блок красного камня, который нужно поставить сзади тебя. Удачи! Все. Расклад понятен. Нажми для настроек. Блок красного камня. Жми сюда. А тут старт. Ну, приключения. Все. Уровень первый. Паркур. Прикольный, кстати, текст такой. Или это у меня стоит? Паркур. Подожди. Какой паркур нахрен? Подожди, подожди. О чем ты? Подожди. Так. О. Типа стайл какой-то Пепси, да? Стиль. О, нормальный паркур, кстати. Не сложный, не легкий, не для нуба. Банальный. Блин, пишите постоянно в комментариях, какая у тебя версия. Ну, вот я говорю, наконец-то. Я снимаю на версии 1.5.3, так как она самая стабильная, которую я когда-либо встречал. И на ней очень много шейдеров для сериалов. И вот поэтому я сижу на той версии. Но для карт я использую вот такие вот. Нужно как-то паркурить дальше. Нет, ну, мне карты такие длинные никто никогда не делал. Да и вообще мне карты на прохождение вообще не... Ну, не считая тех подписчиков, то никто не делал. Те мне карты тоже нравятся, которые подписчики делали. 2 предыдущие. 3, даже 3. Сейчас у меня карта от Максима. От подписчика или от зрителя. Скорее всего, от подписчика и от зрителя. Одновременно... Спустя 3 минуты я наконец-то добрался до того самого места. И в знак доказательства я не читерил. Посмотрите в чат, вот смотрите. Режим игры изменен на приключения и переноситесь на и команда титул. Все. Я дошел сюда честно, ничего не ломал, не пользовался читами. Давайте я попробую. Не получится, я опять так сделаю. О, отлично. Чекпоинт дали бы хотя бы. Ну алло. Тут без чекпоинта никак вообще. Мне надо чекпоинт делать на каждой карте. Так, все. Ну попробую. О, сразу такой дабл какой-то. Дабл джамп был сейчас только что. Тихо, тихо, тихо. Я потолок еще головой ударился. Здесь сложно. Это все? Что-то там чик-чик-чик. В некоторые периоды я буду случайно зажимать микрофон пальцем, так как у меня по-другому ничего не получается. Что-то активировалось, я не понял, что. Ай. Типа больно. Ну, вряд ли я здесь допрыгну. Так, друзья, бродяги, извиняюсь, бродяги, я решил проблему, я просто переставил путь хранения. CD-карта доступна, сколько, 25 гигов, и, короче, могу просто свободно записывать это все прохождение. Но некоторые моменты я все равно буду сокращать, так что без обид. И обижаться тут вообще повода не вижу никакого, потому что это глупо. Я уже здесь минут 5 сижу, наверное, больше. Не могу пройти элементарный паркур, который пройдет любой школьник. Нет, я не могу пройти это. Пока что не могу. Блин, а чё я так жестко тупил? Там же чекпоинт. Спасибо, блин, я-то протупил и не заметил его. Все, чекпоинт есть, слава богу. Не надо это по 200 раз проходить.
Спасибо тебе, Максим, огромное за чекпоинт. Меня, если что, тоже Максим зовут. По времени я записываю 11:30, у меня уже ночи. Говорю я сегодня как-то уверенно, потому что у меня... как объяснить? Ну, короче, неважно, у меня выходной. Вот и все. Для чего этот рычаг? Непонятно, нихера непонятно. Все. Здесь прыжок. Здесь тоже прыжок. И вот здесь нужно как-то попробовать допрыгнуть. Так. Раз, два, три. Получилось. И здесь давайте. Раз, два, три. Все. А куда дальше? Алло, а дальше куда? А, все. Уровень 2, лабиринт. Я просто ничего не понял. Ну, нормально. О, новые таблички. Я на этой версии не играл. Заблудился. Да, я не начинал еще. Так, лабиринтики — это мое нелюбимое. Ненавижу лабиринт. Ненавижу паркур, ненавижу лабиринты. Ничего не ненавижу в этой жизни. Что-то активи... Понятно. В этой жизни я ничего не ненавижу. Так. Все. Мне нравится какой-то сюжетный, там, допустим, хоррор, детектив, поиск предметов, потом головоломки. Вот, в поисках красного камня. Это adventure. Adventure, да. Приключения. Вот, приключения я тоже люблю. Судя по всему, это открыть надо. Да, вот, делайте карты на Prison Escape, Jailbreak, то же самое. Потом adventure какой-нибудь, find button, паркурчик легкий, только с чекпоинтами делать. С чекпоинтом, ты меня понял? Бродяга, пойми меня, с чекпоинтом делай только. Пока что я ничего не нахожу. Ну, по идее, рычаг какой-то должен быть. Что-то у меня подвисает немножко. Карта огромная, скорее всего. Ой. Опять в монтаже музыки у меня не хватит, чтобы озвучить все это. О. О, у меня меньше 10% пишет, надо на зарядку становиться. Так, извините, это, конечно же, неожиданно было, так я в телефоне уже 2 часа сижу без остановки. Я, люди, к вам обращаюсь, бродяги. Хочу сделать второй канал для того, чтобы, знаете, вот, наподобие... как он там... Чувак один есть, который делает какие-то, не знаю, не пародии, а... Кто-то типа... Какой-то лайфстайл. Ну, не лайфстайл, конечно. Не... Я ж не девчонка, чтобы такой херней заниматься. А что-то типа... не знаю, как правильно называется. Как-то скетч какой-то. Ну, о, все. Уровень вот это я ненавижу тоже. Тебе нужно скрафтить алмазную кирку и сломать обсидиан. Ну, это классика жанра, конечно же. 50 оттенков серого моего настроения. Да, не люблю я такой херней заниматься. Но куда деваться? Прохождение карты, есть прохождение карты. Хочу, кстати, спросить, пока не забыл, кому сколько лет, можете в комментарии написать. И плюс к этому в комментарии напишите, делать ли мне прохождение карт или не стоит делать. Может быть, что-то другое делать. Но вот карты, когда для меня кто-то делает, это реально сюрприз неожиданный. Я думал, просто это к херам все забьют и никто смотреть не будет. Хотя там и так почти что никто не смотрит, ну... Олды только приходят посмотреть, и все. Олдфаки.
Тут я по ошибке случайно сделал вот эту вот хрень, которая не нужна. Не знаю зачем, я по случайности ткнул, и так получилось. Ладно, давайте дальше. Все, грёбаное железо забираю, делаю так. Все, отлично. Я понял принцип, и теперь можно добывать все это и валить. А что если по случайности сломать каменной киркой алмаз и не найти другого? То что делать? Интересно, у меня такое один раз было. Я потом очень сильно жалел. Осталось буквально 2 секунды. Раз и два. Уровень 4. Вопросы. Мои самые любимые вопросы. 27 на 3. 81. Правильно, написал бы еще. Молодец. В каком году был создан Майнкрафт? 9. Бич. Кто такой Ночь? Блин, я забыл, кто это. Серьезно. Сука. Захар. Какой-то бомж. Скорее всего, бомж или Петрович какой-то. Создатель Майнкрафта. Террария. Майнкрафт. В каком году началась Вторая мировая война? Вторая мировая или Великая Отечественная? Стоп, я их путаю. В 41-м? Подожди, неправильно? Вторая мировая, я не помню. 39-й, по-моему. Сейчас все заново придется. По-моему, в 39-м. Да, правильно. Сколько дней в январе? 31. Так, кому принадлежит компания Microsoft? Блин, вот это вот я вообще не знаю. Билл Гейтсу, тебе, Путину, Захару. Ну, скорее всего, Билл Гейтсу. Какой ник у создателя карты? Стаканчик. Сразу понял, стаканчик. Уровень 5. Ну, только не логика, пожалуйста. Почему мне такие карты клёвые делают? Я вот этого вообще не понимаю. Ну, удачи. Это типа... я помню, я делал такое вот... На версии 0.14.0. Типа вот такая вот мозаика, которая собирается со временем. Реально вещь прикольная. Реально как мозаика какая-то получается. Мне вот такое нравится. Вот такие мозаики тоже можете делать. Здесь вот нужно подумать. Нет, тут думать не надо. Все правильно. Я просто уже запутался. Нужно как-то
попасть. А, вот. Все. Я туплю. Простите, пожалуйста, у меня время уже. Почти час. Ой, сколько? 12 ночи. Немножко подтупливаю. Это сюда. Потом это вот сюда. Хавайся. Все. А, нет, не сюда. Блин, интересная карта. Спасибо, то, что такие карты вообще, ну, существуют, как бы. Это для чего? Вот здесь непонятно, как-то надо подцепить ее. Интересно. Здесь вот я не знаю, что делать. Значит, что, братяги? Я пересмотрел свою запись и понял. Здесь работает махинация через раз. Вот, смотрите, видите, она работает. Раз может попасть. И, смотрите. И два. И получается, нужно было нажать просто вот на этот рычаг. Он неспроста был дан. И все, я разобрался, как дальше. А я сидел, думал, он просто не с первого раза выдвигается, и все. Теперь нужно его оттянуть. Обратно. Я-то думал, все, уже автор сколько раз эту карту пересматривал и допустил такую ошибочку. Но оказалось, это нужно было немножко повнимательнее мне быть. И все, мы проходим дальше. Уровень. Найти кнопку. Find the button. Все. Find the button. Well done. Let's move. Начинаем поиск кнопки. Я помню, это тренд 17 или 18 года. В начале был каких-то из годов. Но потом все. Все, я здесь буду сидеть. Find the button. Все. Ищу. Значит, кнопка может быть спрятана там, наверху где-то. В котлине, может быть. Вот эта картина подозрительна, очень сильно подозрительна. А картины срывать нельзя? Походу, нет. Скорее всего, в печке будет где-то кнопка. Нет, это было бы тупо. Тогда не знаю, где может быть кнопка. Ох, ну головоломки, конечно же, тут клёвые у тебя. Вообще прям. Я тебя запишу на... А, вот, нашел. Запишу на лучших создателей карт. А чё это? А, это другая комната уже. Здесь, походу, под картиной дело. Походу, дело под картиной будет. Да. И здесь... Нет, там не может быть. Это глупо. Нет, не видно ничего. Картина это уже тоже тупо будет. Я помню, был тайный проход. Получается, дверь была вот так, и ты закрываешь, и там дальше проход есть. Вообще прикольно. Где же... А, вон кнопка, все вижу. Ну, это было нетрудно. И последний раунд. А есть Find the button? Вообще там на время, за 20 секунд найти кнопку надо. Это вообще хардкор прям. Мне пока... Вот это вот нормального уровня хватает. Здесь, по ходу дела, спрятано хорошо. Ну, в печке может быть спрятано? Или куда-то ее поставить? Там нету. Там нету. А, дальше где? Пусто. Может быть, где-то под котлом, за наковальней, под кроватью, может быть? Вряд ли. Ага, понятно. Сразу так осмотрюсь. На самом видном месте была, и я ее не заметил. Здесь уже вряд ли что-то будет лежать. Здесь, скорее всего, будет
С прыжком. Нет, за картинами нету кнопки. Вот, вот, я вот про это и говорил. Вот про это я и говорил. Все, уровень 7. Ну, здесь стрельба. Видимо, надо немножко... Подряд такой, под бит надо под какой-нибудь поставить. Хопа. Блин. Чё так? Туда реально попасть, я знаю. Знаю. Я стрелял уже. На сервере тогда с друганом играли. Примерно на таком же расстоянии был чел, которого нужно было устранить. О! Охренеть! О, попал. Я же попал. Ну, я попал. Ну, как бы все, должен механизм сработать. Алло, в смысле? Может, кнопку? А, все, я понял. А что это? Это что там такое? Какой-то дроппер еще будет. Блин, я нарушил правила, я знаю, так что все. А, она отмагнитилась. Все, я понял. Заново попасть надо. Че так не попадает ничего? Почти. Надо, видимо, чуть повыше взять. О, все, попал. Уровень 8. Это что такое было сейчас? Какой-то звук такой, прям. Уровень босс. О, тут готовиться надо. Видимо, визор будет. Слушайте, это не карта, это просто какой-то квест. В поисках красного камня, да? Реально прикольно. Вот такие карты я просто обожаю. Так что все, кому не лень, делайте именно такие карты. Побег из тюрьмы, там, допустим, полицейский участок. Ну, квесты какие-нибудь, не знаю. А что за босс? Пожалуйста, только не говори то, что сейчас нужно будет с ним драться. О, ты серьезно? Нет, микроволновка, успокойся. Наконец-то. Ну что, сучара, кто тут? Кто тут у кого? А? Эй, в смысле? А, он умер? Я победил. После того, как снесешь босса, того босса. Я его снес. А, это все, да? Блок редстоуна. 3. 2. 1. И взрыв карты. Подготовка к телепортации. Сейчас будет телепорт. Все. Ты победил. Молодец. Ух ты, спасибо. Слушайте, реально клевая карта. Отвечаю, самая лучшая карта, которую я видел.
Поздравляю, ты прошел карту. Теперь оцени ее. Конечно, на 5. Спасибо большое. Вот реально, карта клевая. Я даже не буду тестировать, что будет, если на однерку нажать. То же самое, скорее всего. Пойду-ка я, наверное... Ой. Да, карта вообще ништяк, просто. Самая лучшая карта, в которую я когда-либо играл. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик обязательно для того, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И напишите комментарий какой-нибудь, не знаю, нормальный. Ну, все в этом духе, вы знаете, что делать. Так что подписка в первую очередь и лайк тоже. Комментарий и желаю всем хорошего настроения. Такая вот карта сегодня была. Офигенская. Думаю, она вам тоже понравилась. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.